у Адрели такая, как будто бы гражданская война идет. Наверное, мы еще подождем немножко, там подходят люди. Thank you.
посмотрим вот так. Может быть, убрать микрофон и просто разговаривать. Вы меня сзади слышите? Нет. Плохо слышно, да? Да. А если громче вот так? Микрофоны все-таки убивают звук, и появляется какой-то гул. По-моему, можно. Давайте вот попробуем. Они сзади, они... Или резонируют, да? Дают они это? Хорошо. Вот, а теперь два слова в микрофон. Механический голос. Я папа Карло, Буратино. Как вам кажется, как лучше? Микрофон лучше. Ну хорошо. Будь по-вашему. Вы не представляете, как я тронут вот тем, что пришло столько людей в этот морозный вечер апрельский. Вот мы сидим с вами, мечтаем о костре, вот, закутались, надеюсь, что не будет жертв холодов, да, что люди не отморозят все конечности и не уйдут отсюда с ангинами. Поэтому как-то будьте начеку и пробуйте согреваться собственными средствами. У каждого есть различные способы держать себя в элементе огня. Каждый из нас содержит в себе элемент огня, его надо активизировать. А всякие холодные элементы, как лед, вода и прочее, за окном вода, как бы мы их не будем сегодня использовать. Кроме шуток, пробуйте собирать тепло, пробуйте его аккумулировать, и иначе 1,5-2 часа сидения в этом зале могут дать неожиданные результаты. Значит, я и мои друзья прибыли в Нижний после 2 дней практикума, который проводился в окрестностях города, в профилактории, где мы теоретически провели 48 часов в медитации, в работе по самоконтролю, самопогружению, работе с состояниями. Действительно, на самом деле это было не так сурово. У нас были перерывы, у нас была какая-то очень хорошая смычка, понимание, взаимопонимание, и мы друг друга поддерживали, согревали. Работа ночью особенно плодотворна, утихают страсти, очищается астральное, ментальное, всякое другое пространство. На город опускается тишина, покой, ясная мысль, очень чистые, чистые состояния, прозрачные. И память об этих ночных бдениях останется в моем сердце надолго. Мухаммед в Коране пишет, цитируя Аллаха: «Мои друзья ночью не спят». У нас впереди еще 3 дня работы. Наша программа называется «Открытый город». «Открытый город» — это очень многозначная метафора. Нижний стал открытым городом. Мой сын Антон Ровнер, американский композитор, когда 5 лет назад его вещи исполнялись здесь на музыкальном фестивале, не смог приехать в Нижний, потому что город был закрытый, а он, как всем известно, американский шпион. Но вот, слава Богу, город стал открытым для хороших вещей, для интересных людей.
хорошей музыки. И городом является также каждый человек, потому что в каждом человеке живет очень много людей. Каждый человек – это целая толпа личностей, которые в нем сосуществуют, не всегда уживаются, существуют очень хаотично, как и в городе. И хотя нам хочется думать, что в нас есть цельность, в нас господствует принцип единства, на самом деле у нас очень мало единства. Как и в Нижнем Новгороде, в каждом из нас доминируют десятки личностей, каждая из них захватывает нас на какое-то время, как бы власть над нами одерживает то личность, которая олицетворяет лень, то личность, которая олицетворяет страсть, то жадность, то благородство, то уныние, то надежды. И тем не менее, каждый из нас открыт, как и Нижний Новгород, для хорошего и для плохого. Каждый из нас – это открытый город. В данном случае каждый из пришедших сюда открыт для чего-то нового, открыт для новых смыслов. Название сегодняшней беседы само по себе уже необычно – «Пьяный кучер» или «Кризис смыслополагания». Для того, чтобы снять парадоксальность и загадочность этого названия, я напомню вам сразу, что «Пьяный кучер» – это кучер, который управляет коляской. Это древний символ, восточный символ коляски, которая состоит из самой коляски, лошадь и кучер. Вот три элемента. Это механическая часть, в которую садится ездок, назовем ее коляской. Лошадь, силовая, что ли, какая-то, силовой элемент. Лошади могут понести, лошади могут заупрямиться. И, наконец, кучер – это как бы капитан коляски, капитан корабля, который управляет всей ситуацией. Если кучер пьян, то коляска может испытать неожиданные превратности, может перевернуться. Есть в коляске еще один элемент, о котором мы будем говорить чуть-чуть позже. Это хозяин коляски. Это тот, для кого существует коляска с лошадьми и с кучером. Хозяин может прийти и попросить кучера запрячь лошадей и поехать в театр или на работу, или по делу. Итак, вот четыре элемента. Мастер, кучер, коляска и лошади. Эти четыре элемента связаны с четырьмя частями человеческого образа в западной антропологии. Человек состоит из тела, физическое тело со всеми органами, это коляска. Далее у человека есть эмоции, страсти, это лошади, они несут человека. Без эмоций мы бы никогда никуда не пришли, мы бы сюда не пришли с вами, ни я, ни вы. Мы бы не женились, мы бы не
у нас не было бы детей, а у детей не было бы родителей. У нас эмоции – это желание, это страсть, это та энергетическая мотивация, без которой наша жизнь стоит на месте. Если бы мы были просто компьютерами, рассчитывающими смысл и пользу, мы не были бы собой. Итак, добрый день. У нас коляска состоит из элемента эмоционального. И, наконец, кучер – это план, это управление, это интеллектуальный уровень. Так мы имеем физический уровень, эмоциональный и интеллектуальный. Это человек, в нем эти три начала – чувство, разум и тело. Хозяин – это то, что называют духом, духовностью. Дух в человеке, вопреки общему предрассудку, либо вообще отсутствует, либо присутствует как потенция, как почка, которая может расцвести, либо спускается в человека, опускается на человека, как хозяин, который приходит и садится в коляску, а может запустить коляску, а можно и убить хозяина. Мастер может быть убит, и он был убит многократно, когда рушилась социальная пирамида. Во время Французской революции гильотинировали целый класс хозяев, а во время Русской революции уничтожили несколько классов хозяев. Хозяев крестьян, хозяев помещиков, хозяев священников, хозяев дворян. Вот эта аллегория и подтолкнула меня назвать сегодняшнюю беседу «Пьяный кучер» или «Кризис смыслополагания». У пьяного кучера очень мало смыслов. Его заносит, он отключается, он включается. К такому кучеру сесть в его коляску, пролетку очень рискованно. Вообще-то этот образ из 18-19 века, сегодня мы обходимся транспортом, городским транспортом, таким как автобусы, троллейбусы, трамваи, машины. И как бы вы смотрите, обратите внимание, что лошади, эмоциональный аспект, он как бы исчезает. Вот, правда, когда нет долго автобуса, стоишь и злишься, появляется эмоция. А так вообще эмоций никаких нет. Есть простая механика передвижения. Давайте поговорим немножко и подумаем немного все вместе о том, что такое смысл. Смысл – это некое суждение. Вот какой смысл того, что мы с вами здесь сидим? Какой смысл того, что распался Советский Союз? Какой смысл того, что рождается человек? Задавая этот вопрос, мы отвечаем, смысл простой, он заключается в том-то и в том-то. Мы отвечаем суждением. Итак, когда мы задаем вопрос, какой смысл, или по-английски, what is the purpose of this or that, мы отвечаем просто, смысл в том, the purpose is. Как правило, мы на Западе люди любим апеллировать к высшему смыслу. Есть много разных смыслов, есть целая иерархия смыслов. Но есть высший смысл. И высший смысл мы называем истиной, добром, красотой,
или Богом. Этот мир существует, потому что Бог его создал, потому что Бог так захотел, говорим мы. И мы как бы сразу возносимся на самый верхний этаж смысла. Мы говорим, что не мог сам собой возникнуть такой мир со всеми цветами, планетами, электронами. Слишком хитро все это придумано. Законы физики, химии, эстетики, этики, тайны мироздания, которые раскрываются нам, все это не результат какого-то случайного сочетания случайно существующих элементов. Во всем мы видим, мы угадываем, мы не видим, мы угадываем какой-то смысл, какое-то назначение. Но мы говорим с вами гадательно. Мы говорим гадательно, потому что мы не можем точно сказать, зачем Бог создал этот мир, если Бог создал этот мир. На Востоке, эта идея мира, созданного Богом, не очень популярна. Там есть мифологемы, связанные с Пурушей, который распался на части в Индии, и из рук его образовались, горы из ног его образовались, реки и так далее, облака из его мыслей. Есть идея первого яйца, которое распалось, нижняя скорлупа стала землей, верхняя скорлупа стала небом, а содержимое яйца стало вселенной. Вы видите, здесь как-то Бога особенно нету. Но большинство восточных теорий и религий говорит о мире как о вечно существующем. Мир этот вечно существует, он никогда никем не был создан, он никогда не уничтожится. Он сохраняется по нашему западному закону сохранения субстанции, скажем. Мир, как и все на свете, рождается, взрослеет, стареет и умирает. И после этого снова рождается новый мир, снова стареет и снова умирает. Мир живет циклически. Он цикличен, как наше дыхание. Он цикличен, как рождение зелени весной и смерть зелени осенью. Как Луна с циклами возрастания, старения, полнолуния, старения и затем безлуния. Восточные теории Манвантары и четырех кальп – это теории циклические вечного мира, который то исчезает, то появляется и проходят определенные циклы. На Востоке вообще не любят наших западных абстракций, как, например, абстракция бесконечности. Вот две прямые линии, параллельные, они нигде не встречаются. И на Востоке такой мысли никому в голову прийти не могло. Потому что Восток цикличен, он видит любую линию, как начинающуюся и кончающуюся, как появляющуюся заново. Идея Абсолюта, которую мы на Западе сделали главным благом, суммум бонум, абсолют, высшее начало, бесконечное, безначальное, на Востоке даже эта идея принимает более человеческие формы. Также идея бессмертия души после смерти также отсутствует на Востоке. Там есть разносоставные части души, которые живут дольше, медленнее, и различные тонкие тела наши, просуществовав после смерти физического тела какое-то количество месяцев, дней, месяцев, лет, в конце концов непременно исчезают. В конце концов нет ничего бессмертного. И идея бессмертного тела – это страх и ужас для восточных людей.
Восточные люди думают об этом вечном существовании тела как о страшнейшем наказании, какое может быть обрушено на человека. Мы с вами, на Западе создав идею ультимативного, абсолютного, верховного смысла Бога, также представляем себе, что существует целая лестница смыслов между нами и Богом. Есть смыслы частные, есть смыслы частичные, есть смыслы временные, есть смыслы кочующие и флуктуирующие, рождающие, умирающие. Так или иначе, мы думаем, что мы можем идти от точки нулевой к точке бесконечной по нарастающему, как будто бы один круг входит в другой, в третий, и в конце концов мы выходим в бесконечный круг, который мы называем Богом. Это дурная бесконечность, дурная иерархия, как бы присутствует, наверное, присутствует в понимании некоторых людей, которые ищут смысла своего существования и, ну, наученные в школе, что есть арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, вот так механически, количественно строят себе модель, смысловую модель космоса, мира, мироздания. Давайте подумаем с вами теперь о следующем. Смысл – это определенное содержание, это определенное понимание. Смысл связан с пониманием. Это определенная идея. Ребенок берет в руки игрушку, вертит ее в руках, пробует понять ее смысл. Наконец он нажимает кнопку и вдруг видит, что эта лягушка прыгает. «Ага», — говорит он, — «вот смысл этой игрушки». Смысл можно открыть. Можно поиграть игрушкой и оставить ее. Но вся сложность заключается в том, что для нас смыслополагание – это самополагание. Мы не просто с вами начинаем понимать, для чего создана эта игрушка, а мы сами себе даем смысл. И тут возникает еще одна сложность, которая накладывается на эту сложность. Она заключается в том, что перед тем, как мы занимаемся смыслополаганием, перед тем, как мы сами себе даем смысл, мы уже есть. Человек уже есть. То есть он думает, что он может сам себя создать и дать себе смысл, но у него уже есть его личность, она уже создана природой, его родителями, воспитанием. И он работает не на пустом месте, а он есть уже определенный смысл, который занимается смыслополаганием, которое является самополаганием. Вы видите, какой дурной круг получается. Как будто мы сами себя обманываем. Мы, уже имеющие смысл, ищем, находим, создаем смысл, который не может быть отличен от того, что мы уже есть. Вот какая хитрость. Мы же не можем ничего создать, чем мы не являемся. Ну, можно, конечно, говорить парадоксами. Мы можем, конечно, если у нас есть 10 горошин,
понять, что может быть и 11, но качественно мы не можем. Нести то, чего в нас нет. Может ли человек нести в кармане то, чего у него нет? Может ли он нести в сердце? Может ли он нести в голове то, чего у него нет? Здесь для того, чтобы выбраться из этого дурного круга, сразу признаемся, что мы здесь занимаемся подменой понятий. Весь фокус-то в том, что когда мы говорим «я», мы имеем в виду самые разные вещи. «Я» – это либо коляска, либо лошадь, либо кучер, либо хозяин. Поэтому может статься, что лошадь хочет стать кучером, коляска хочет стать хозяином, и тогда человек, который является трех- или четырехсоставным, тело, эмоции, разум и дух, как бы играет в игру подмен. Он говорит «я», он имеет в виду лошадь, эмоции. Он говорит «я», он имеет в виду хозяина. И лошадь хочет стать хозяином, лошадь хочет стать дворянином. И лошадь может убить дворянина и занять его место. Кто ж тогда будет вести эту лошадь, которая сидит в коляске? Другие лошади. Это и произошло в Великую Французскую революцию, в Великую Русскую революцию. Знаете ли вы, уважаемые гости, вообще на самом деле я здесь гость, знаете ли вы, что во Франции празднуется каждый год, вот уже 200 лет, Великая Французская революция? Это главный национальный праздник Франции. Во Франции празднуют величайшее событие. Лошадь убила хозяина, залезла в коляску и запрягла других лошадей. И Великая Франция стала страной, образцом для многих других стран, где есть только лошади. Я говорю, конечно, фигурально и с некоторой долей горечи, огорчения, но ничего не поделаешь, мы живем в таком мире, где высшие принципы и представители высших принципов уничтожены как класс. Мы с вами жители мира, в котором уничтожена культурная, духовная, социальная иерархия. В течение целого века в России уничтожались все смыслы, кроме примитивного смысла, связанного со средствами производства, базисом, надстройкой и необычайной таинственной мудростью люмпен-пролетариата, класса лишенного всякого культурного, всякого духовного наследия, обделенного класса лошадей. Это был не культ труда, не культ мастерства. Это был культ послушания, подчинения. Прекрасные слова о братстве, о дружбе, о любви, о солидарности. Нам, которые повзрослели, конечно, жалко того прекрасного времени, когда мы были помоложе. Итак, я остановился на том, что мы занимаемся часто
подмены смыслов, когда мы говорим «я», когда мы говорим «я хочу стать другим», «я хочу стать лучше», «я хочу быть таким-то». Трудно удержаться, чтобы не напомнить вам очень емкую метафору, образ имения у Георгия Ивановича Гурджиева. Существовало имение, которое процветало, там все было в полном порядке, все блестело чистотой, красотой, там жили господа, там все слуги были на своем месте, но господа уехали за границу. И имение это оказалось в руках управителя, который был человеком лукавым. Он обманул хозяев, заверив их, что все будет в порядке. И когда хозяева уехали, он стал развратничать, он стал транжирить имение, он стал эксплуатировать бедных работников, которые работали на это имение. Он распустил слуг, и слуги превратились в пьяниц, развратников, разбойников. Все грабили это имение, оно пришло в полное запустение. И жить в нем было уже невозможно. Однако один из слуг, которого Гурджиев называет совестливым слугой, скорбел по поводу такого положения дел. И он, внимательно вглядываясь в тех людей, которые были под рукой, нашел другого человека и заключил с ним молчаливый союз. Они поставили перед собой задачу привести это имение в порядок. Вот по мере того, как я вам рассказываю, не забудьте, что имение, как и город, это образ и каждого отдельного человека, и это образ отдельного города, отдельной страны и вообще всего человечества. Так вот, совестливый слуга начал трудную, долгую работу по приведению этого имения в порядок. Он нашел себе союзника и вместе с ним начал приводить в порядок то, что разболталось строгостью, уговорами, хитростью, медленно и постепенно эти двое людей сумели вернуть всех слуг к их делам. Повар стал заниматься своим поварским делом, конюх своим лошадиным делом, слесарь своим слесарским делом, и через какое-то время имение это было приведено в полный порядок. И узнав об этом, хозяин этого имения вернулся из-за границы со своей семьей и стал жить в этом имении и наполнил его высшим смыслом своей высшей культуры. Смотрите, эта метафора похожа на метафору коляски. Здесь тоже есть пьяный кучер, бездельник-повар, пропоится, не знаю, там, слесарь и так далее. Вопрос о смысле постоянно приводит нас к обстановке, в которой мы с вами живем, и к состоянию, в котором мы с вами находимся. Наше внутреннее состояние и наша внешняя обстановка крайне неблагополучны. И
Есть две возможности в этом положении. Одна возможность – это гадать, а что же будет в нашей стране через 5 лет? А что же будет со мной через 3 года? Вторая возможность – это путь совестливого слуги. Это работа по смыслополаганию, по определению того, что будет. И так можно спрашивать, а что же с нами будет, друзья? А можно начать работу по определению смысла своего существования, существования своей семьи, круга своих друзей, города и целого мира. Нет другого пути. Либо плыть по течению, но течение бурное и никуда не ведет. История человечества линейная. От 2000 года до Рождества Христова и до нашего времени за 4000 лет никуда не привела. Она не идет по прогрессивной нарастающей. Она идет странными зигзагами в истории человечества. Она дает то передышку людям, то обрушивает на них чудовищные испытания. На цивилизации, на страны, на отдельных людей. Нельзя полагаться на линейный ход истории. Нельзя думать, что завтра мы будем жить лучше. Семьдесят с чем-то лет преступлений советской власти не могли привести ни к чему хорошему. 10 лет преступлений новой власти тоже ни к чему хорошему не приведут. Мы не можем ждать, что следующие 10 лет будут хорошими. Они будут хорошими, если мы будем 10 лет трудиться и заботиться о будущем. Пока же за плечами у нас 70 с чем-то лет разграбления страны одной властью и 10 лет другой власти. По-разному это происходило, но смысл был тот же самый. И разрушение имения страны, и разрушение внутреннего имения каждого человека – это абсолютно аналогичные события. В этой ситуации для людей, начитавшихся религиозных книг, мистических книг, появляется ловушка, лазейка в виде идеи духовного развития, духовной реализации, спасения или пробуждения, или просветления. Очень приятно думать, что если выйти из общего беличьего колеса и пойти узким путем, трудным путем духовной работы, то ты непременно придешь в другое пространство, выйдешь в другое измерение, которое одни называют нирваной, другие называют царствием небесным, третьи называют просветлением, четвертые называют вторым рождением. Вот эта прекрасная идея, прекрасная мечта очень часто является ловушкой и на самом деле приводит людей к особому виду мечтательности и к особой лунному комплексу, о котором я хочу поговорить немножечко подробнее. Мы говорили с вами, что есть перед каждым из нас два возможных пути отношения к нашей жизни, личной, семьи, страны, города. Либо плыть по течению, либо взять в свои руки
свою судьбу, судьбу города, судьбу страны, судьбу человечества. Плыть по течению просто. Течение тебя и понесет, и утопит. И никакой надежды нет у того, кто плывет по течению. А вот взять в свои руки страну, город, семью и даже свою личную маленькую жизнь, оказывается не человечески трудно, оказывается практически невозможно. И в то же самое время мы видим с вами людей, которые как будто бы брали в свои руки и свою жизнь, и судьбу страны, и судьбу человечества, по крайней мере цивилизации. Мы знаем людей, которые создавали ценности, поддерживающие жизнь цивилизации на протяжении веков и тысячелетий. Я хочу рассмотреть с вами лунный комплекс или лунный синдром. Луна, как вы знаете, живет отраженным светом. У нее нет своего собственного света. Она не занимается смыслополаганием. Она отражает этот процесс, который осуществляют другие планеты и звезды. Она следует за Землей. Земля знает, куда она летит. Луна летит за Землей. Подобно этому, большинство людей летит туда, куда летит ведущая их планета. Вот тут появляется очень важный смысл и важный нерв, который я прошу вас вдуматься и вслушаться. Если ты ведешь машину, то ты собран, сосредоточен, ты знаешь, куда ты едешь, ты знаешь дорогу, ты напряжен и занят дорогой. Если тебя ведут, простите, везут, ты можешь и заснуть, и уйти в мечтания, воображение. Человек, которого везет машина, подвержен всевозможным опасностям. Большинство из нас в жизни занимает эту позицию. Эта позиция нормальная. Ну, понятно, что в машине одно место для шофера и 3-4 места для ездоков. Понятно, что в семье есть люди, которые ведут, несут груз, а есть люди, которые оказываются временно, скажем, без груза. И они-то испытывают наибольшие неудобства. Не тот, кто несет груз, а тот, кто оказывается за спиной родителей, или мужа, или жены. Он чувствует себя стесненным. Ему очень трудно, этому человеку. Он видит напряжение рядом с собой. Он видит, что рядом с ним кто-то чего-то хочет, кто-то куда-то стремится, кто-то над чем-то работает, кто-то ставит ему ограничения. Вот нельзя сюда высовываться, нельзя открывать дверцу, нельзя то, нельзя это. И у человека, который спрятан, которого любят, которого везут, которого лелеют, он, конечно, благодарен, что его кормят, заботятся о нем, но ему неприятно, что ему не все разрешают, чего бы он хотел. Ему многое разрешают, но вот нельзя
скажем, есть яблоко от такого-то дерева. Вот все можно, а вот это яблоко нельзя есть. Или, скажем, нельзя общаться с ворами, бандитами, и, я не знаю, и людьми опасными. Ну вот, опять-таки, это почему-то не разрешают. А может быть, это интересно. И вот у людей, которым что-то не разрешают, и у которых много досуга, и много душевных и сил, у этих людей начинает работать их воображение. Ах, нельзя есть это яблоко, ах, нельзя заглядывать в эту дверь, как в синей бороде. Можно в любую дверь замка заглянуть, но вот в эту дверь нельзя, ее нельзя открывать. И бедные жены синей бороды сходят с ума, потому что именно эту дверь им хочется открыть. И они воображают себя, что за этой дверью трупы замученных синей бородой прежних жен синей бороды. И в конце концов они после многих мучений и терзаний открывают эту дверь, и добром это не кончается. Но сейчас меня интересует игра воображения людей, которые страдают лунным комплексом. Воображение этих людей начинает делать то, что им не разрешено, то, что им не дозволено. Любую минуту жизни, как только начинается какая-то трудность, что-то неприятное, человек мгновенно соскакивает на любимый сюжет и начинает продумывать и воображать, как бы было замечательно, и вот что он дальше сделает, и куда он дальше пойдет, и как он дальше возьмет то, что ему не разрешали брать. Это воображение может быть связано с изменой мужу, с алкоголем, с гомосексуализмом, с лесбиянством, с побегом из страны, с побегом из дома, от родителей уйти. Вот как было бы здорово. Вот я уеду, я представляю себе, где я буду жить, какие у меня будут легкие и свободные отношения с людьми, с мужчинами, женщинами, какая у меня будет интересная жизнь, свободная. И далее эти сюжеты становятся второй жизнью человека с лунным комплексом. И реальная жизнь становится пресной, а эти острые сюжетики становятся главной радостью, отдыхом и блаженством такого человека. Это может быть ребенок 10 лет, это может быть старик, который мечтает уехать от сына и невестки. Это может быть любого возраста, любого пола человека. Но вспомните, вдумайтесь, поглядитесь в свою внутреннюю жизнь. Нет ли у вас таких сюжетов, и не заполняют ли они лучшую часть вашей жизни? Я говорю об этом комплексе, потому что этот комплекс очень характерен для людей мистических интересов. Начитавшись Кастанеды или Гурджиева, или книги из цикла Токина, люди начинают жить в воображении, они вместе с Кастанедой отправляются к Дон Хуану, совершают всякие магические операции. Что там Самара, простите, Нижний, Покров, какие-то люди здесь ходят, серые, скучные, щи какие-то едят. Вот то ли дело Мексика, то ли дело кактусы, то ли дело ведьмы в мексиканских деревнях. А тут еще сериалы, которых белым людям
нам с вами, людям западной цивилизации, показывают манекенов из Мексики, из Боливии какой-то. Манекенов, манекенные сюжеты, искусственные, мертвые, синтетические. И целый народ, российский народ поглощает, съедает эти фантазии. Хотя рядом все-таки Франция, все-таки Англия, Европа. Но почему-то нас кормят Мексикой. Мексика – это что-то вроде аула какого-нибудь далекого. Это страна очень провинциальная, катастрофически ненужная нам с вами. Но все перевернуто. Мы с вами загоняемся в мексиканскую деревню, и там мексиканские джентльмены решают свои джентльменские проблемы. Все очень похоже на жизнь, но все это жвачка, все это синтетика. Такой же синтетикой являются побеги нашего лунного воображения, такой же синтетикой являются часто наши мистические мечтания о высших мирах. Я занимался все это время как бы негативным анализом и критикой тех явлений, которые уводят нас от смысла полагания. Но моя главная задача – это общая наша медитация, связанная с реальным смыслом. Потому я должен сегодня ответить на вопрос, что же может стать реальным смыслом для человека западной культуры, которыми являемся, для людей западной культуры, которыми являемся мы с вами. Мы с вами не восточные люди, мы не люди восточного ареала, Индии, Китая, Мексики, неважно, где она расположена, это восточная провинция. Мы с вами принадлежим к цивилизации Шекспира, Пушкина, Гёте, Моцарта. Мы можем, конечно, увлекаться и восточными идеями, но мы уже являемся западными людьми. Мы говорим как западные люди, мы мыслим как запад, мы одеваемся как западные люди. Мы живем по ритмам западных людей. Мы не просто вообще люди. Таких вообще не бывает просто людей. Бывают определенные культуры. И человек – это не просто часть человечества, а он часть определенного культурного комплекса. И мы с вами западные люди. Мы продукты западной культуры, которая выросла из двух корней – греко-римского и иудея-христианского. На перекрестке этих двух как бы потоков Волга и Ока, греко-римская традиция и христианская традиция. Эти две традиции нас сформировали. Хотя, безусловно, было влияние и других традиций на протяжении всей истории Запада. Безусловно, Восток влиял на нас очень сильно. И, безусловно, Россия является евразийской страной, восточно-западной страной. Все-таки вам надо пожить
или побывать на Востоке, чтобы увидеть, что мы западная страна. Вопрос о смыслополагании, вопрос о полагании смысла своего существования для каждого человека, как уже говорилось, связан с самополаганием. Операция очень простая. Я представляю собой то-то и то-то. Но я хочу стать тем-то и тем-то. Вот такая формула. Почему я хочу? Это другой вопрос. Большинство людей на этом останавливаются. Мало ли что ты хочешь. Хочешь стать китайским императором, президентом Татарстана, я не знаю, артистом Большого театра, ну и хоти. А жизнь тебя толкает совсем в другую сторону. Ты будешь бухгалтером, слесарем, шофером, дворником, говорит тебе жизнь, и все. Я хочу стать развитым человеком. Я хочу жить осмысленной жизнью. Я хочу жить творческой жизнью. Я хочу быть просветленным человеком, говорит в ответ шофер, бухгалтер, товаровед и дворник. И на этом все заканчивается. После этого он читает много хороших. Он остается дворником, он остается шофером, но он читает много интересных книг, в основном о Мексике, ну, может быть, о какой-нибудь другой великой стране или великой цивилизации. И для того, чтобы наше целеполагание стало фактом, нужно совершить еще одно действие, на которое не хватает пороху практически ни у кого. Нужно перенести в новое место центр тяжести своей жизни. И эта операция оказывается центральной смыслополагания. Нужно не построить модель, а нужно переехать в эту новую реальность. Одно дело построить в голове эту новую реальность, другое дело построить ее в своей жизни. Одно дело построить ее для другого, другое дело переехать в эту новую жизнь, в эту новую реальность. Что такое центр тяжести нашей жизни? Центр тяжести нашей жизни – это то место, где мы постоянно, куда мы постоянно возвращаемся в своих мыслях и желаниях. Куда мы возвращаемся постоянно в своих мыслях и желаниях? Мы возвращаемся постоянно туда, где мы находимся. Подумайте, пожалуйста. О чем мы думаем постоянно? Мы думаем о тех людях, с которыми мы соприкасаемся. Мы думаем о друзьях, о неприятных нам людях, о сослуживцах, о соучениках, о соседях, о членах семьи. Мы постоянно мысленно решаем трудные задачи нашего конкретного существования. Для того, чтобы произошло смыслополагание, для того, чтобы мы свободно поставили себе задачу выхода на другой уровень существования, нам нужно перенести все свои мысли, все свои желания, все свои планы в эту новую систему.
систему. И тут начинается определенная игра силовых элементов. Мы пробуем перенестись мысленно в новое состояние. Но нас инерция постоянно возвращает в старое состояние. Мы не можем совершить этого перехода. Тут вступает в силу инерция, которая заставляет нас жить в старом пространстве, и вступает в силу система выталкивания и заталкивания человека на его орбиту. Орбита человека определяется тем, где он родился, какие у него родители, какая у него среда, как он говорит по-русски, и говорит ли он по-английски и французски, как он держится, о чем он думает, чего он хочет, какие у него манеры. Я как бы смешиваю сейчас воедино два плана. План социального прорыва и план духовного прорыва. Я считаю, что это очень связанные между собой две задачи. Переход на более высокий социальный уровень и переход на более высокий духовный уровень. Это крайне трудные задачи, потому что река жизни постоянно возвращает вас к вашим старым берегам. Плыть против течения один человек не может. Для того, чтобы плыть против течения, нужно построить лодку, нужно иметь компанию крепких гребцов, нужно знать хотя бы часть маршрута, по которому ты плывешь. Нужно иметь проводника, который знает верховье той реки, в которую ты плывешь. Где их взять? Друзей, гребцов, лодку, проводника. Вокруг их нет. Я хочу еще раз просить вас подумать о том, может ли один человек, реально может ли один человек достичь высших состояний сознания? Может ли один человек спастись, говоря языком христианским? Если да, зачем были бы нужны монастыри? Зачем нужны были бы духовные наставники и наставницы? Зачем нужна была бы вся староотеческая литература и опыт пустынников, монахов, византийских, российских, европейских, если бы каждый человек мог реально один спастись? Один человек не может спастись, утверждаю я. Один человек не может достичь просветления. Извините. Я не знаю, как вам, мне стало теплее. Thank you.
Я веду к тому, что традиционно всегда люди, которые ставили перед собой так называемые духовные задачи, рано или поздно приходили к ясному пониманию, что им нужно либо строить самим корабль, флот, лодку, общину, либо им нужно включаться в существующую. Одно из двух. Легче прийти в готовый монастырь. Труднее построить свой собственный монастырь. В чужой монастырь со своим уставом не приходишь. А в новый монастырь, который ты построишь, там можно установить свой устав. Но пойди построй новый монастырь. Какие нужны субсидии, спонсоры? Сколько нужно сумасшедших, таких как ты, чтобы построить новый монастырь? Вы знаете, я изображаю все это так, как будто бы все это невозможно. На самом деле я глубоко убежден, что все это не только возможно, но и необходимо. И что другого пути ни у кого нет. И те ужасы и страхи, которые я нагнал, только для того, чтобы сказать вам, что это не только возможно, но необходимо. Идти в готовый монастырь, или строить свой собственный. Потому что жить под пьяным кучером, в стране, которой правит пьяный кучер, дирижирует оркестром, где там, в Зальцбурге, или в России, или в Москве, это что-то вообще невозможное. Всеми странами правит пьяный кучер. Всеми людьми правит пьяный кучер. Это ситуация конца второго тысячелетия. Это мировая ситуация. Не думайте, что есть другие страны, где есть разум, порядок, смысл. Это очень хорошо в закрытой России воображать себе цивилизованные страны, где все очень хорошо. Таких цивилизованных стран больше не осталось. Если даже Франция, как сумасшедшая, торжествует каждый год по поводу того, что у хозяина колесницы, коляски, отрубили голову, что у страны отрубили ее голову. Это одна из загадок современного Запада. Франция, которая празднует День Бастилии. Недавно я подумал о том, что те самые люди, которые бесновались на площадях, с восторгом встречая удар гильотины и отлетевшие сотни голов лучших людей Франции, не прошло 2-3 года, как они, как бараны, полезли в армию Наполеона, и тысячами, десятками тысяч пошли подставлять свои головы под планы этого генерала, который был реалистом, жестким, четким, который хотел всемирной власти, всемирного господства, у которого в кабинете стоял бюст Александра Македонского. Как красиво, смотрите. Слабого, мягкого Людовика XVI гильотинировали, а маленький, честолюбивый Наполеон послал умирать
ради своих целей тех самых людей, присмирив их, одев их в униформы, построив их в батальоны, послал их умирать на поля сражений Африки, России и других стран. Еще раз, если человек не занимается смыслополаганием, за него и для него смыслополаганием занимается его жена, его компания, в которой он работает, его любовница, его сосед, если человек сам не решает вопрос о переносе центра тяжести своей личности на новый уровень, то его личность переносится на новый, только низший уровень теми, кто превращает его в средство. Либо человек сам ставит для себя цель, либо он становится средством для чужих и чуждых ему целей. Третьего не дано. Нельзя прожить независимо в обществе. Либо ты сам для себя полагаешь цель, либо для тебя полагают цели, свои цели, не твои, прохожие. Вот эта проблема во всей своей остроте стоит перед нами. И ответом на эту проблему являются тысячи прекрасных сказок, которые мы с вами читали. Не знаю, пришел заяц к медведю и сказал: «Медведь, давай строить дом». Медведь сказал: «Давай». Пошли они строить дом, навстречу лиса. «Лиса, давай строить дом». Лиса говорит: «Давай». Нет другого ответа, милые мои, на ситуацию, в которой мы все с вами находимся, кроме той, которую подсказывают нам сказки. Но для того, чтобы строить дом, нужны опять-таки спонсоры, опять нужны чертежи, и опять нужен человек, который знает, как надо строить дом. А когда речь идет не о доме, а о просветлении, когда речь идет о духовном возрастании, нужны проводники, которые, ну, мягко говоря, одной ногой находятся в этом мире, а другой ногой находятся в другом мире. И без них не обойтись. Потому что иначе можно плутать вокруг островов, берегов, на своей лачонке, со своим медведем, лисой, зайцем, кроликом. Абсолютно необходима экспертиза, абсолютно необходимо традиционное знание, как бы оно ни рядилось, как бы оно ни маскировалось, это традиционное знание, связанное с выходом на другую программу, с выходом в другое измерение. И опять-таки, подумайте, может быть, это все выдумка, может быть, нет никакого другого четвертого измерения, Царства Небесного, просветления, а это мечтательность людей, которых пугает смерть, которых пугает забор, коридор, по которому они идут. Конечно, эти мысли приходят к вам в голову. Конечно, трудно решиться сказать себе твердо: есть, конечно, четвертое измерение.
Вы знаете, сколько было написано книг о том, есть Бог или нет Бога? Бедный Достоевский до конца жизни так и не мог решить этот вопрос. А что, если Бога нет, говорил он? Мы говорим с вами сейчас не о Боге. Мы говорим с вами о соседнем измерении. Оно соседнее к нашему третьему измерению, трехмерному миру. И оно, безусловно, есть, потому что мы оттуда получаем всю нашу человеческую культуру. Она вся приходит оттуда. Потому что откуда-то же она приходит. Она приходит из соседнего измерения. Все откровения, искусство, мудрости, весь свет, который существует в нашей душе, они неизбежно связаны с соседним миром. И этот соседний мир существует рядом с нами, в наших друзьях, которые которые оттуда несут нам рецепты. Я вспомнил рецепт айвы, да? Это, или груша. Потрясающий рецепт груши. Я попробовал сегодня свитое варенье, которое нам подарили позавчера. Оно было точно из четвертого измерения. Такого я в жизни не видел. А что уж говорить о Шекспире, о Гомере, о Будде и о тех наших друзьях, которые так или иначе заныривают в это измерение и приносят нам потрясающие, потрясающие оттуда сувениры. И самый большой, самый потрясающий сувенир – это высокий дух человеческий, который мы наблюдаем рядом с собой, в некоторых людях, которых мы знаем. Это соседство рядом с нами невероятного благородства, будничного благородства тех людей, которых никто в мире не знает. Это может быть та же мать, которая нас взрастила, это может быть сестра, это может быть соседка, это может быть учительница, это может быть наш собственный ребенок. Ну, можно, конечно, быть слепым, ослепить себя и говорить, нет, всего этого нету. Все это можно вывести из законов термодинамики, информатики. Этого нельзя вывести из трехмерного мира. Это зерна, это искры из соседнего с нами мира высших измерений, высших эстетических, высших нравственных, высших измерений состояния человечества. И хотя мы не можем и не должны рассматривать мир как иерархическую лестницу, состоящую из тех же самых ступеней, вот поднялся на второй этаж, потом на третий, потом на четвертый духовного возрастания, и лестница бесконечна, и зачем вообще подниматься, если этажей слишком много, и все пройти нельзя. Вот эта дурная лестница пусть не пугает вас, отбросьте это дурное воображение, поднимитесь на одну ступеньку. И вы увидите совершенно новые перспективы. Когда я говорю «поднимитесь», это значит перенесите центр тяжести своей жизни. Потому что где ваши мысли, где ваше сердце, там вы есть. Перенесите ваше сердце на одну ступеньку вверх. Это тот единственный смысл, который всем нам доступен. Моя программа – это не программа
превращение в Бога, приближение к Архангелу, вознесение, экстаза, транса, самоутраты и превращение в дух, в чистый дух. В моей программе нет никакой второй ступени. У меня очень короткая программа, всего на одну ступеньку. Потому что когда вы подниметесь на одну ступеньку, подниметесь всем своим существом, у вас возникнет новая программа, новое видение, новые смыслы. И все старые паутины, которые опутывают ваш ум, ваши страхи, они все вдруг растают. Появятся новые страхи, новые проблемы, но проблемы более высокого плана, более высокого порядка. И ваши старые страхи и старые трудности покажутся вам детскими страхами. Ребенка, который боится подъезда какого-нибудь, кошки, мышки. Вот такими окажутся ваши сегодняшние страхи. А пока мы живем окруженные миражами. Больше всего на свете мы боимся остракизма. Мы боимся, что нам скажут, что-то ты какой-то странный, ты не как все. И от нас отвернутся. Мы хотим быть как все. Мы от страха хотим быть как все, одеваться как все, говорить как все. Мы скованы страхом. Это большой риск выйти из колеи, из инерционной колеи и начинать новый поток, давать толчок новой волне в своей жизни или в жизни других людей. Но именно это и ведет к спасению, просветлению, к духовному развитию и в конечном итоге ведет в Царствие Небесное. Я хочу посоветоваться с устроителями нашей встречи. Нужно ли нам устроить перерыв? Либо страшно вставать, потому что холодно, а мы согрели свое место. Перерыв. Маленький перерыв. Хорошо, 5-10 минут.
мало времени. Давайте его не терять. Поскольку у нас мало времени, хотелось бы очень поговорить с вами, но я попробую... А, погромче надо, конечно. Микрофона нету, поэтому я немножко покричу. Я попробую быстро подвести итоги и суммировать и конкретизировать то, о чем я начал говорить. Выводы очень простые. Мир, в котором мы живем, лишен сознательного смысла. Смысла нету стран, смысла нету городов, смысла нету отдельных людей. Мы живем по инерции культуры, политики, идеологии. Мы живем в плюралистическом сегодня мире, где вместо одной доминирующей идеологии существует один доминирующий и давящий на всех на нас плюрализм. Этот один плюрализм сводится к воле всего трех, четырех или пяти сил в мире, которые разделили между собой мир и которые вершат в мире свои дела. Я думаю, что это силы темные, я думаю, что они замешаны и на политике, и на экономике, и на средствах массовой коммуникации, и на идеологии. Я думаю, что их господство не лучше, чем господство одной силы, а такое же плохое. Я думаю, что мы живем в плохом мире сегодня, и что ему надо сопротивляться. Ему нельзя сопротивляться прямым на него нападениям. Он хорошо, этот сегодняшний социум, от нас спрятался за радиостанциями, за домами правительств, за банками, за всякими кулуарными клубами, попадая в которые, человек теряет волю и начинает служить этим трем, пяти, семи или десяти магам. И все-таки я думаю, что этот социум, в котором мы живем, такой же хрупкий и такой же ненадежный и неверный, как советский социум, который распался по форме сколько-то лет тому назад. Я думаю, что намного сильнее, чем этот мир, в котором мы живем, и который сегодня разгулялся, как пьяный кучер, сильнее, чем этот мир, наши с вами хрупкие, робкие побуждения, те, которые заставили нас, вас прийти сюда, меня приехать сюда, нас с вами прожить наши жизни, которые привели к нашей встрече. Я думаю, что надо быть нам с вами всем очень трезвыми людьми, не терять почву под ногами, не прятаться в дурные фантазии, мистические, эротические или экономические. А нужно взять на себя ответственность за полагание смысла для этого мира, для этого города, для этой страны. Если мы с вами создадим этот смысл, если мы перенесем центр своей собственной тяжести в это новое смысловое пространство, туда придут и волк, и лиса, и медведь,
и братец кролик. И там начнутся другие дела, другой смысл, другая жизнь. Жизнь более достойная нас, чем та, которой мы живем в сегодняшнем мире. Эта жизнь будет трудная, она будет вся в динамике, она будет изменчивая. И людям, которые любят устойчивость и повторение одного и того же, лучше оставаться в старом мире. Эта позиция, которую я сейчас излагаю, позиция для решительных людей, для отважных людей, которые могут рискнуть тем, что им кажется устойчивостью, и могут преодолеть барьер страха. Но важнее даже, чем это, является твердое целеполагание. Целеполагание, при котором это происходит не только в голове человека, не только в воображении и в умственном решении, но в перенесении туда всей своей жизни. Туда, в новое место, в новую цель, в новое пространство. Это новое пространство находится прежде всего в душе каждого человека. В душе каждого человека есть много пространств. И перейти в то пространство, где человеку не стыдно за себя, где он чувствует, что он живет достойной внутренней жизнью, это первая задача. Вторая задача – это найти попутчиков, боясь отказа, боясь насмешки, мы не обращаемся к тем, кто может нам помочь, или кто может стать нашим другом, или к тем, кому мы нужны. Преодолеть этот страх самолюбия, подойти к медведю, к лису, к лисе, к братцу-кролику и предложить дружбу и сотрудничество на этом странном поприще поиска нового смысла, создания нового смысла, перенесение себя в новое смысловое пространство. Я думаю, что мировые религии, иудаизм, христианство, буддизм и прочие, это прекрасные школы опыта. Но я думаю также, что эти религии в основном, кроме редких исключений, мумифицировались. И в них очень мало живых мест. Так думаю я, но я не навязываю вам свою точку зрения. И те из вас, кто воспринимает себя и видит себя христианином или христианкой, евреем, мусульманином и так далее, держитесь, пожалуйста, за свою веру, за свою традицию, держитесь крепко и старайтесь в ней, внутри ее, построить свой смысл. И если вы находитесь между религиями, то вы находитесь между религиями. Стройте свою религию, находите друзей, стройте свою церковь, свой храм. Совсем не обязательно для этого кирпичи, дома. Храм строится между двумя людьми, тремя людьми. Я думаю, что конкретно, еще конкретнее говоря, здесь в Нижнем есть уже очень хорошие практические результаты накопления такого рода деятельности. Здесь есть живые люди, которые не просто ищут смысла, а которые предлагают вам работать вместе и искать вместе, и строить вместе. Совсем не обязательно, если эти люди последователи какой-нибудь одной школы, вам стать последователями этой школы. Они достаточно широки, интеллигентны, чтобы принять в компанию последователей другой школы или человека, который вообще никакой школе не принадлежит. Или принадлежит третьей школы. Если вам кажется, что вам надо построить свой мир, свой круг, это еще лучше.
Так или иначе, нужно строить круг, нужно строить мир, потому что самые прекрасные идеи в душе одного человека обречены зарасти чертополохом и погибнуть. Только чудо и вмешательство Господа Бога может помочь одному человеку сохранить духовный импульс. Один человек не может сохранить свой светильник. Его светильник погаснет, и человек станет средством более сильных полей, энергетических полей. Потому я говорю так много о группе, о движении, о совместной работе, о лодке, о корабле, о церкви, о санге. Буддийская община называется санга, о синагоге. Это все группы людей, которые объединяются для того, чтобы противостоять инерции. Однако очень часто церкви, синагоги, мечети и так далее являются источниками инерции, источниками косности. В этих случаях уходите из них. Доверяйте себе и будьте максимально активны и внутри, и вовне. Максимум активности, максимум инициативы. Максимум шагов навстречу тем людям, тем событиям, тем точкам, которые могут помочь вам в вашем смысле полагания. В любом возрасте у всех у нас есть возможность наполнить жизнь смыслом. Этот смысл всегда связан с переходом на новое качество, на новый качественный уровень. По-моему, я выразился достаточно ясно в плане своей позитивной программы. С вашего позволения, я хочу несколько, как бы, снизить уровень и сказать несколько слов о книжках, которые представлены здесь, и которые могут вас заинтересовать. Здесь есть несколько десятков. По крайней мере, было десятка два моих книг «Третья культура». Это книга, составленная из эссеистики, выступлений и всякой всячины за последние 30 лет. Оказывается, вот первые такие работы у меня появились в 22-летнем или 3-летнем возрасте. Они вошли в эту книгу, так же, как вошли и мои последние выступления в Москве, в других местах. Мне самому показалось странным, что на протяжении 30 лет я, в общем, не очень изменился. Эта книга очень личная. Это не философская книга, это не теоретическая книга. Это книга судьбы человека, связанного с судьбой идеи и с духовной практикой. Я хочу сказать также о журнале «Гнозис», который я с Викторией и с друзьями американскими и английскими издаю с 78-го года. Сначала в Нью-Йорке, а теперь в Москве. Это журнал, который выходит очень редко, примерно раз в год. Тоненький журнал, в котором собираются самые драгоценные открытия, смысловые открытия наши за последние много лет. Это журнал, который лег в основание антологии «Гнозиса», двухтомника. Наверное, он тоже здесь есть, его можно найти. Двухтомник, изданный в прошлом году и содержащий в себе содержание 8 номеров, 8 первых номеров журнала «Гнозис». Слово «гнозис» означает знание, знание аллегорическое, символическое, метафорическое. И
вовсе не означает, что я, издающий этот журнал, являюсь гностиком. Я не гностик. Я отдал дань уважения аллегорическому, символическому познанию. Я говорил уже на нашем практикуме, что мне ближе не путь гнозиса, а путь молчания. Потому я говорю последние 2 часа, не закрывая рта. Кроме журнала «Гнозис» и антологии «Гнозиса», здесь есть несколько книг тех отцов церкви, которые я теперь издаю в Москве с Викторией. Это издательство Московского университета, где на факультете журналистики возникла возможность, простите, мною была инициирована возможность, создана возможность издавать самых ярких, самых живых, самых интеллигентных отцов церкви, ранней церкви, живших во II-III веке. Это люди, жившие на стыке гностицизма раннего, греческой и римской культуры и зарождающегося христианства. Христианство не всегда было таким монолитным и деревянным, и жестяным, каким оно является сегодня. 20 веков тому назад оно было хрупким, умным, красивым, ярким, слабым. Я люблю сравнивать христианство того времени с ребенком. Христианство было умным, светлым, талантливым ребенком, которое училось у отца и у матери, у иудаизма и у греко-римской культуры. И здесь, по-моему, представлены 2 книги. Это «Учение 12 апостолов», тоненькая книжка, которая по содержанию и хронологически примыкает к Новому Завету. Это изложение учения, живого учения 12 апостолов Иисуса Христа, написанное учениками этих апостолов в 80-м году нашей эры. В 80-м году, не 1900 каком-то, а просто в 80-м году. Книга называется «Учение 12 апостолов», и в свое время некоторые люди, формировавшие корпус Нового Завета, включали эту книжку в Новый Завет. Она была частью Нового Завета. Но потом ее все-таки выключили, исключили из Нового Завета. Это очень важный материал, который делится на 2 части – путь жизни и путь смерти. И эти 2 пути подробно рассматриваются в этой книжке. Здесь также имеется книга Немессия епископа Эмесского «О природе человека». Эта книга дает представление о том, как видели человека люди, стоящие на границы между христианской и эллинистической культурой. Таким был Немесий. Он был больше эллинистом, чем христианином. Он был больше человеком греко-римской культуры, чем христианской культуры. Хотя он был христианским. Его взгляд на природу человека очень современен. Я не знаю, есть ли здесь еще какие-то книги, но эти книги так или иначе могут вас, разных людей, заинтересовать разные источники. 2 слова еще о книге, которая, если Бог даст, выйдет в конце этого месяца. Она называется «София Мария». Это книга о Софии, премудрости Божьей. Мы с Викторией работали над ней последние 2-3 месяца, дни и ночи. Эта книга написана Томасом Шифлингером, который был молодым человеком в 40-х годах. Он был в плену в России, немцам, попавшим в плен в Россию. И находясь в плену в России, он столкнулся с учением Соловьева, Булгакова и Флоренского о Софии и премудрости Божьей. С тем учением, которое вдохновило Александра Блока на стихи о прекрасной даме. Прекрасная дама Александра Блока – это София, премудрость Божья. Томас Шифлингер вернулся после войны в Германию,
ему посчастливилось. И 50 лет своей жизни посвятил изучению этой темы. Он собрал все, что написано о премудрости Божьей в Ветхом Завете, в Еврейской Библии, в Христианской Библии, в Новом Завете, у Филона Александрийского, у отцов церкви, у средневековых христианских мистиков. Потом он начал изучать Восток, он жил в Китае, и он изучал идеи мудрости и божественной премудрости, женской ипостаси мудрости, потому что Логос, Христос, это мужское начало мудрости, а София – это женское начало мудрости. Есть два аспекта у мудрости – мужской и женский. И он изучил китайские идеи, связанные с инь и ян, он изучил буддийские идеи, связанные с прачной и парамитой, и другие восточные идеи, и создал такой огромный труд с большим количеством цветных иллюстраций, около 40 иллюстраций будет и в нашей книге, и восточных, и западных. Книга называется «София Мария», потому что, согласно Томасу Шифлингеру, так же, как мы в слове «Иисус Христос» и «Иисус Христос» соединяем земного Иисуса и небесного Христа, так же земная Мария, Дева Мария, соединяется в этом имени с небесной Софией. И Мария София оказывается как бы аналогом Иисуса Христа. Двойное имя дает соединение двух начал – небесного и земного. Это концепция Шифлингера, и это очень интеллигентный, очень яркий человек, с которым я встретился в Риме ровно год тому назад на конференции по Софии Премудрости Божией. Ему лет 90, у него такое немецкое лицо с большим носом, с узко посаженными глазами, с очень высоким черепом, очень красивый человек. Вот. Надеюсь, что он подержит в руках русское издание этой книги. Ему очень хотелось увидеть эту книгу на русском языке, она вышла уже в Германии, потому что России он обязан своим открытием этой идеи Софии Премудрости Божией. Я уверен, если Бог даст, если Богу будет угодно, то через 2-3 недели эта книга появится у вас в книжном, и вы сможете ее полистать и найти то, что вам в ней интересно. Вот это то, что касается книг. Есть надежда небольшая, что в этом году выйдет книга моя под названием «Будда и Дегтярев». Это сборник прозы, включающий рассказ «Будда и Дегтярев», рассказ о том, как Будда приземлился в Москве совсем недавно в квартире своего последователя, молодого буддиста Андрея Дегтярева. И что случилось дальше в Москве в результате этого события. Я на этом заканчиваю свою монологическую часть и приглашаю вас включаться в разговор, задавать вопросы, разоблачать меня, спорить со мной и доказывать свою собственную правду. Прошу вас, очень важно сломать инерцию и смело, уверенно раскрывать и реализовывать себя. Это я вам предлагаю сделать сейчас. Пожалуйста. Для одних и жило, а для других оно полно и света, и смысла, и надежды. Безусловно, надо работать в этом направлении. Я вполне с вами согласен. У меня есть вопрос, который я попробую расшифровать. Значит, вопрос такой. Человек сам перенесет свой центр тяжести, который и столб народа, который живет
которая живет в человеке, будет переносить свой центр. Свой центр на новые рубежи будет переносить совестливый слуга. Он возьмет на себя ответственность. Он один не справится, совестливый, из этих толп, которые живут в каждом из нас. В каждом из нас живут толпы личностей, множество «я». Из них самый совестливый возьмет на себя работу. Если кроме совести у него есть еще и организаторские способности, и сила воли, то он убедит несколько других личностей, живущих во мне. И тогда мы, может быть, сумеем взять контроль над всеми лентяями и негодяями, которые тоже живут во мне. Пожалуйста. Пожалуйста. Я вынужден вам ответить, как ответил Насреддин. Мне очень хочется сказать вам, что можно. Может быть, можно. Но мне все-таки моя совесть подсказывает ответить вам так, как ответил Насреддин, когда его спросили, можно ли обращаться к Богу с молитвой. Насреддин ответил «Да, если вы чувствуете его приближение». А обычная молитва христианская и еврейская, и мусульманская – это молитва, когда люди просто возносят свои молитвы, не чувствуя, что эти молитвы достигают слушателя. Я против обычной христианской молитвы. Я за необычную христианскую молитву, которая пробивается через преграду и которая вынуждает Бога приблизиться. Обычная молитва слишком монотонна, хотя в ней глубокий смысл. Прошу прощения за откровенность. Пожалуйста. Пожалуйста. Аркадий Борисович, но если не стучаться с Богом, тогда и ответа никогда не получишь. Стучаться надо сердцем, вселенской какой-то молитвой. Вы понимаете, вы задаете мне вопрос, на который вы знаете ответ. Поэтому вам не нужно задавать мне этот вопрос. Вы слышали, что сказал я. Надо стучаться не к Богу, надо стучаться ближе, в ту дверь, которая рядом с вами. Бог очень близок к вам. Но вы и я очень далеки от Бога. Я не знаю насчет вас, но я еще очень далек от Бога. И мне лучше стучаться не к Богу, а к Его заместителю, который ближе ко мне. Это реалистичнее, это менее абстрактно, это менее претенциозно, это скромнее. У Бога много заместителей. Они выше меня, они рядом. И я строю свое понимание пути и жизни на конкретике реального движения человека в реальном пространстве, на границе с пространством духовным. А вы говорите сейчас о вещах, о которых мы с вами не знаем. Бог – это слишком высоко, это слишком непонятно, это слишком сложно. Это слишком велико, чтобы туда стучаться. Знаете, я прошу вас подумать об этом.
Я не отрицаю вашего пути. Но я предлагаю вам подумать, может быть, лучше обращаться все-таки не к архангелу Гавриилу или Михаилу. Они слишком далеко, они слишком большие. А обратиться... Вообще никого не знали. Ну, а вы говорите сейчас о Боге, спасибо, как будто бы вы можете постучаться вот так к Нему. И Он услышит. Ну, Он может услышать, конечно. Может быть, Он и слышит. Но достаточно ли громкий ваш стук? Или это просто обычная молитва? Пусть ваша молитва заставит его услышать вас. Насколько мои старания сосуды? Я повторяю, я с огромным уважением отношусь к вашему опыту, но предлагаю конкретизировать его и сделать его более реалистичным. Спасибо вам. Если в человеке есть ощущение способности и желание перенестись на уровень выше, то почему он не сможет этого сделать один, без гребцов и команды? Первый вопрос. Потому что у него при всем его желании недостаточно сил одолеть мару, гипноз, который держит в своей власти социум. Социум будет всячески ему мешать. Культура будет всячески ему мешать. Культура обладает страшной инерцией. Всякая культура, русская, китайская, английская. Человек не может один справиться с этим потоком. У него недостаточно сил, у него нет средств, он не может остановить инерцию, которая отрезает его от высших уровней. Общество толкает человека обратно на его место. Очень легко даже со своего места соскочить на место низшее, обидеться на мир, на родителей, на соседей, на жену. Уйти обиженным, бросить работу, уехать в Израиль, еще куда-нибудь. Это значит соскочить на уровень ниже. Это проще. А подняться на уровень выше требует мужества и требует очень больших сил. Идет речь просто об энергии. Теоретически один человек может этого добиться. Теоретически один человек может достучаться до Бога. Не только подняться на более высокий уровень, но подняться на самый высокий уровень и постучать к Богу. Но практически, я говорю сейчас о духовной практике, у человека нет для этого ресурсов. Эти ресурсы надо собирать, создавать. Вся жизнь должна быть собиранием этих ресурсов. Каков критерий ощущения принадлежности к средству для смыслополагания других или к собственному смыслополаганию? Спасибо. Смыслополагание других – это чужие игры, которые играют ваша работа, ваши дети, ваши капризные друзья, подруги. У них есть свои задачи, свои смыслы. Как правило, они либо смыслы эгоистические, либо смыслы, связанные с их духовной идеологией. Например, если вы бы оказались на вечере кришнаитов, последователей сознание группы сознания Кришны, их целью было бы включить вас в свою обойму, потому что им нужно расширяться. Если бы вы были на собрании еще кого-то, вас бы втягивали в эту группу. Посмотрите, все хотят вами управлять.
Я говорю о целеполагании, связанном с духовным ростом. И разница между первым и вторым очевидна. Духовный рост – это большая требовательность к себе, это большая жертвенность, это подвижничество, известное христианам и евреям, и мусульманам. Это дисциплина, это самоограничение. И это хрупкость. И это твердость. Вот эти качества, если они присутствуют, если присутствует ясность вашей задачи в вашей голове, тогда это ваше целеполагание. А если вами манипулируют другие, то это то вы средство. Думайте об этом. Не стыдно быть средством высокого. Если вы рядом видите, рядом с собой высокий дух, высокие устремления, это прекрасно стать средством, помощником, шофером, любящей матерью, женой такого человека. Я не осуждаю путь слуги. Я сегодня говорил много о совестливом слуге. Это очень высокий путь стать помощником, матерью, секретарем, человека, стремящегося реализовать высокую цель, если вы сами чувствуете, что вы не можете этого сделать. Это прекрасная в жизни цель, смысл. Это вторая, следующая прекрасная жизнь после жизни того, кто отваживается на высокое смысл полагания. Есть еще вопросы, соображения? Спасибо. Как организовать работу в группе по совершенствованию себя? Это предполагает духовного лидера. Видите ли вы таковых в Нижнем Новгороде? Я не могу вам предлагать духовных лидеров в Нижнем Новгороде. Духовного лидера, учителя, можно найти потом. Надо начать с друга, надо начать с двух друзей. Это намного важнее, чем учитель. Учителей слишком много, надо, в общем-то, бежать от учителей подальше. Спасаться от учителей, потому что вас на улице будут ловить учителя и предлагать вам куда-то записаться. Это дело наживное, учитель. Вот. А опять же, учитель должен вам помочь, он за вас не решит ваши задачи. Вам надо решить свою задачу. Вы не можете кататься на энергии учителя и постоянно брать его энергетику. Вам надо развить свою духовную энергию. Учитель – это хорошо, но не обязательно. На каком-то этапе можно начинать без учителя, по крайней мере, на этапе этого вопроса. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Сейчас много людей, не принадлежащих никакой религии, никакой церкви, но профессионально людей очень религиозных. Скажите, возможно ли объединение этих людей? И еще, по-вашему, этим людям надо развиваться самостоятельно или все-таки необходимо объединяться, чтобы это объединение должно развиваться? Нельзя развиваться самостоятельно. Можно развиваться самостоятельно до очень невысокого уровня. Потом закончится развитие и начнется сползание. Люди, которые не принадлежат никакой традиции, таких большинство сейчас в
западной культуре, в России, Франции, Англии, Америке. Таких людей большинство. И эти люди в основном религиозные люди. И эти люди, конечно, должны объединяться по принципу поиска, по принципу духовного строительства, и это объединение должно создавать новую традицию. Кроме религии, кроме больших и малых мировых религий, есть также сокровенная традиция, которая не является массовой религией, которая учит человека не поклоняться Богу, а развивать свои способности, развивать свой, поднимать свой уровень. Религия стала массовым институтом. Ты приходишь, ты бьешь поклоны, ты ставишь свечку, ты уходишь. Происходит мало развития. Нет совершенно индивидуального руководства. Есть сокровенные религии, сокровенные духовные движения, где акцент делается в основном на индивидуальном руководстве и вашем духовном возрастании. И это межконфессиональные религии, межрелигиозные религии, которые, в которых главным является не Христос, Шива или Аллах, а вы и ваш рост, и ваше пробуждение. И таких путей очень много сегодня. Не очень много, но есть классические пути 19-20 века. Это путь Блаватской, это путь Штейнера, путь Кришнамурти, путь Гурджиева, Раджниша, если хотите, еще десяток таких путей. Лучше избегать сект и технологических культов, которые пристают к вам на улице, которые промывают ваши мозги по телевизору, устраивают на стадионе массовые психозы. Всячески избегать таких культов, которые вам навязывают себя и сообщают вам последнюю истину. И эгоисты, и прочие адвентисты седьмого дня творения. Неважно, мусульмане они, христиане или нет. Это примитивные религии, рассчитанные на примитивных людей. Еще один вопрос. Аркадий Борисович, когда вы сделали свой первый перенос центра тяжести, и был ли это перенос? С уважением, М. Дельман, студент НГТУ. Я читаю все, что написано здесь. Это вопрос интересный. Когда мне было 22 года, я был в Москве на собрании, состоявшемся в Институте международного рабочего движения. Там собралась большая группа людей, человек 200. Это были философы. Шло обсуждение какой-то западной философской работы. И ну, все это было много лет назад, тяжелые времена идеологического монолитного террора. И как это очень редко бывало в моей памяти, вдруг как бы шлюзы прорвало, и люди, забыв о том, что за окном советская власть, начали говорить то, что они думали. И в этом помещении расцвели фантастические цветы ума, духа, таланта. Абсолютно исчез контроль, цензура и самоцензура. Это такие чудеса в моей жизни, на
в Советском Союзе случились два раза. Это был один из этих двух раз. Мне было 21-22 года, и воодушевленный, с горящими глазами, я выбежал на сцену и начал излагать свою идею, которая в моей книге «Третья культура» изложена в маленьком материале, датированном 1963 годом, под названием «Синтагмы и символы». «Синтагмы и символы». Ну вот, я очень быстро, коротко, вдохновенно прокричал свои идеи, потому что микрофон на 200 человек, оказывается, не работал. Все, что смогло сделать КГБ, это отключить микрофон. Поэтому приходилось кричать. А когда работаешь с тонкими идеями, очень трудно кричать. Надо как-то говорить шепотом, думать. Тем не менее, я прокричал все, что хотел. Пошел как с трясущимися руками от волнения, потому что обстановка была накаленная до предела. Пошел в курилку курить. Ко мне подошел молодой человек, который робко очень, моложе меня на годок на два, который очень робко подошел ко мне и спросил, как обращается к мэтру, где он может почитать о том, о чем я говорил, вообще нельзя ли побольше узнать обо мне. Ну, я почувствовал, что у меня появился первый ученик. Я покровительственно ему сказал, что нигде он не может почитать, это только мои идеи, об этом знаю только я. И тогда он спросил, не может ли он со мной еще раз встретиться. Ой, студентик, чистенький, выглаженный. Я сказал ему, да, конечно, и дал ему свой адрес под Москвой, в Лосино-Островском, я жил тогда. Через пару дней он пришел ко мне, постучал в мою дверь, в руках он держал книжку, завернутую в газету, как тогда было принято, чтобы никто не знал, что он читает. Он очень внимательно меня слушал, я учил его. Потом он пришел ко мне еще раз, через день, через два. Через два-три визита я вдруг обнаружил, что рядом со мной находится учитель, который на много десятков лет взрослее меня, который намного духовно опытнее и мудрее меня. И я был вынужден признать это. И стал его другом и учеником на добрых 15 лет. Этот человек дал мне больше, чем многие мои родные. Он стал моим, как бы, он выписывал меня, он возился со мной очень долго, он помогал мне избавляться от моих упорных качеств, предрассудков, упрямства и многих-многих черт, о которых я вспоминаю сейчас с содроганием. Он был моим проводником, и его терпеливая работа со мной, бескорыстная абсолютно, безумная, по щедрости своей, была тем трамплином, который помог мне освободиться внутренне от страха перед социумом, перед неудачами, перед трудностями, опасностями, помог мне идти самостоятельным путем и жить свою, во многом необычную жизнь. Перенос тяжести, центра тяжести произошел во мне постепенно в результате общения с этим человеком. Однако он произошел во мне, потому что я совершил для этого необходимые усилия. Это не он меня вытащил, это я себя вытащил, но без него я бы себя не вытащил.
и из общих мест, и из паутины социума, которая держит многих из нас. Мне повезло, это был один из самых ярких, самых фантастических людей России, зачинатель русского эзотеризма 60-х годов, мальчик, который был младше меня на год или на два, он сейчас жив, здоров, он процветает, он живет в Голландии, он приезжает иногда в Россию, он только последние 5 лет живет в Голландии, он создал эзотерическую школу, которая путешествует из города в город и, может, приедет вам, к вам в Нижний, если вы его позовете. Имени его я вам не могу сказать, но в моем романе «Ход королем», «Ход не конем, а королем», несколько экземпляров которого существует в Нижнем Новгороде, есть глава под названием «Главный суфий республики». Его шутливо называли так – «Главный суфий республики». И эта глава описывает совсем молодого, совсем юного человека по имени В.С. Два инициала – В.С. Так его и зовут. Есть еще? Спасибо. Кончать? Какой традиции принадлежите вы, что дает вам, что движет вам и дает вам духовную силу? Я не принадлежу никакой традиции. Я не принадлежу никакой религии, но я принадлежу очень многим религиям. Я, безусловно, христианин, я, безусловно, буддист, иудаист, мусульманин, для начала. Я не вижу противоречия между этими религиями, они великолепно живут во мне, рядом друг с другом, абсолютно друг с другом не спорят. Я думаю, что если это нормально для меня, то это нормально и для других людей. Нет никакой войны, никаких противоречий между религиями. Они наши сокровища. Но все-таки я говорю вам, что я не принадлежу к религиозной традиции, потому что я не принимаю всю полноту традиции со всеми моментами догматики и ритуалистики, которая требуется от мусульманина, от христианина. И я не принадлежу никакой сакральной эзотерической традиции из известных вам. Я много-много лет посвятил поиску учителей школ. Я очень много учился в разных традициях и в разных группах. 12-13 лет тому назад я перестал это делать и создал свою группу, свою псевдоструктуру, которая называется «Артур». Я несколько раз уже говорил об этой структуре. Это группа друзей, живущих в разных странах, и общающиеся по электронной почте. Это группа людей, работающих над очень важными вопросами, стоящими перед современным миром, и в частности над проблемой смыслополагания, над проблемой кризиса смыслополагания в современном мире. Это не теоретики и не философы, которые пишут книги. Это люди духовного опыта, они живут на Востоке и на Западе. Время от времени мы с ними съезжаемся в разных городах и в разных странах.
Это открытая система. Мы нигде не зафиксированы как организация. Это открытая система, открытая для людей, которые хотят прийти и принести свой опыт и свой пыл в нашу работу. Однако есть критерии зрелости. Есть критерии зрелости, который как бы является пропуском в наш круг. Зрелость связана не только с идеальными порывами, но также со способностью создать свою команду, свою лодку, плыть против течения и прочно стоять на земле. Это важный критерий, реальная практическая, реальная духовность, а не духовность читателей хороших книг и людей, которые потребляют эти самые сериалы, духовные сериалы. Наше время подходит к концу, и поэтому я вынужден, я должен посмотреть, ответил ли я на все вопросы. По-моему, ответил. Я хочу еще раз поблагодарить вас за вашу потрясающую выдержку адского холода и выдержку, связанную также со мной, человеком, как будто бы внешне очень покладистым, на самом деле необычайно упрямым, гнущим свою линию и требующим от слушателей, требующим, чтобы они стали моими друзьями, и чтобы они, не вступая ни в какую организацию, росли, реализовывали себя, усиливали себя, и, может быть, через 3 года, через 5 лет, через 10 лет постучали не Господу Богу, а в дверь Артура. Благодарю вас.